Нелегальный деликатес. Сотрудники полиции пресекли незаконную добычу водных биоресурсов в акватории реки Печора. А пятерых жителей региона задержали во время очередного рейда. В ходе проверки документов выяснилось, что у мужчин нет разрешительной лицензии на вылов рыбы. В стекшие выходные, прошлые выходные, сотрудниками полиции задержаны пятеро жителей региона в акватории реки Печора, осуществляющих вылов водных биологических ресурсов. У задержанных отсутствовали разрешения на вылов рыбы. Полицейскими с места происшествия изъяты 2 экземпляра атлантического лосося, семги, 26 экземпляров ряпушки, а также рыболовные сети, мотор. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Максимальное наказание за данное деяние по уголовному кодексу – это до 2 лет лишения свободы. А вот на другого жителя региона уголовное дело возбудили. За несколько месяцев он выловил 13 экземпляров атлантической нерпы. Незаконную деятельность браконьер осуществлял в районе поселка Варнак, это остров Вайгач. В управлении МВД сообщили, в настоящее время злоумышленник возместил причиненный ущерб в связи с раскаянием. Уголовное преследование в отношении мужчины прекращено. В полиции напоминают, за нелегальный вылов водных биоресурсов предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо же лишение свободы сроком до 2 лет.